Добрый день, зрители и подписчики моего канала. Напоминаю, что проект «В поисках правды» – это проект по исследованию власти, механизмов достижения, удержания и прихода к власти на определенных территориях. Сейчас закончилась Рейнская экспедиция под руководством ученого Мальцева Олега Викторовича. Я нахожусь на международном симпозиуме, где непосредственно представлены результаты этой экспедиции. И как все понимают, что самые секретские секреты тайной экспедиции, они передаются вне камеры, на каких-то тайных беседах и в кулуарах. И проекту «В поисках правды» удалось узнать много интересного, о чем я расскажу в следующих программах. До встречи!